Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Почему так вздыхаю? Ну, вам может показаться, я на всех видео так вздыхаю, но это особенный вздых. Можно сказать, я просто пересматривал свои старые видео, где я был там в клане оппозиции, там где у меня было 100 защиты, там 100 скиллреза, 10 сопротивления урона. Ну, вспоминал очень тепло, потому что это эмоции, во-первых, это было очень весело. Вот, кстати, сверху видео высветится. Это после того, как я вышел с клана оппозиции, когда я был антагом, там создали ПВЕ альянс. Почему вышел с клана оппозиции? То, что глава клана кормил завтраками и не был компетентен, так сказать, в своей деятельности. Почему пошел в экспансию, который потом перешел в Justice? То, что там была демократия, там было возможно договориться о чем-то, там были какие-то перспективы на будущее. Вы посмотрите это видео, вы сами поймете, о чем я говорю. Я там рассказываю, сколько я алмазов нафармил. Просто фармил по 5 часов в день боссов. Какие планы у Альянса были на будущее и к чему это привело в итоге, то, что он распался. Потому что, вы сами понимаете, не бывает ничего вечного. Очень хорошо, очень тепло встретили видео с башней дерзости. Очень там лайков наставили. Вот я теперь, когда вот вижу вот это количество лайков, я понимаю, что вам нужно. Парнишка написал, а запиши, пожалуйста, видео с обзором на слоновую кость. Мы сейчас видим башню слоновой кости. Чтобы стоять на первом этаже, хотя бы у вас должно быть 140 защиты, 140 точности и 100 урона примерно. Ну это так, навскидку. Я предполагаю, потому что я точно не скажу. Из-за того, что очень много буста на данный момент, то, что вы можете просто банально зайти на аукцион и посмотреть там книга. Купить снежный шторм за 1800. Ну, за 1900. Ну, цены будут в дальнейшем падать. Ничего себе, буря третья. Да, вкусненько, конечно. Эх, цены, конечно, будут падать, потому что с развитием игры и все это, как вы понимаете, доступность фиола и все того, и в дальнейшем как бы оно будет расти, все будет больше и больше. То же самое, как синенькая краснуха была. Банально, скилл, вот этот скилл, Battle Heal, который подхиливает и покрывает собой самобичевание, которое переливает хп в МП, то очень крутой скилл. Он стоил, но на момент старта, я не буду врать, но я помню, его покупали за 10 тысяч кристаллов. Вот представьте, синий скилл, 10 тысяч кристаллов. Это при старте, там на какой-то второй месяц игры, наверное, подождите, не на второй, там на 15-й день игры. Все понимали, что владение теми или иными скиллами тебе давали буст, там не на первой башне слоновой кости, а на третьем этаже. И те вещи, которые будут дороже, которые бустанут тебя, или ты там заработаешь на этом. Это к примеру. В целом было весело, очень весело. Так, давайте перейдем к самой-то башне слоновой кости. То, что я что-то заговорился очень. Перейдем к самой башне слоновой кости и... На чем я остановился? Да, 100 урона, 140 защиты, 140 точности. Вы будете себя тут комфортно чувствовать на 60 плюс уровня. Нужно выфармливать именно красную комнату, потому что в красной комнате и респ мобов быстрее. И я уверен, что тут и дроп лист побольше будет. В целом видим, да? Давайте замерчик сделаем. Вот видим, я полкомнаты выфармлю. Давайте сделаем замерчик и перейдем дальше. Пятая минута. Видим, что по опыту не сотрите, то что, ну, как бы... Очень мало по опыту. Первый этаж. Сейчас, если будет местечко, то на втором этаже тоже замерчик сделаем. 3 миллиона 800 по Адене. То бишь, очень неплохо. Как бы можно расценивать как фарм Адены какой-то и фарм Синьки, потому что красная комната, башня слоновой кости, первый этаж. Но это опасное место, то что тут может Мазай часто сюда залетает, то что, как я помню... Очень опасное место. И еще это опасное место тем, что тут может появиться мини-РБ. Мини-РБ под названием Мара Ветра Тетрарх. Также на втором этаже есть такая Мара Огня. И на третьем этаже есть искривленная Мара Тетрарх. Что это за такая Мара? Давайте посмотрим. Видим с нее и темочки, очень вкусные. Выпадают блесс-лесы, блесс-точки обычные. Магические чернила. Рецепт. Душа Мары Ветра. Эта Мара, она появляется, я так понял, рандомно, может появиться просто в любой комнате. Давайте полетаем, может быть, она есть.
Респ я не скажу, если кто-то знает, напишите. Как понять, есть она или нет? Вы будете телепортироваться вот по комнатам. И поблизости, если будет Марат, он появится вот тут сверху, название. Ник РБ, этого мини РБ. Я не могу назвать его РБ, потому что я еще на 65 уровне мог убивать эту Мару, переключившись просто в РБ. РБы с крестом должны на изи сами убивать эту Мару. Она не показывается на карте, это очень круто. Так, ладно, отправимся на второй этаж. Второй этаж башни слоновой кости. На втором этаже башни слоновой кости, кроме Мары, еще появляется босс Карун. Но этого босса вы сами не убьете. Но если захотите убить, если вас увидит топ-сайт, который фармит боссов на сервере, то вы сами понимаете, что грозит вам. Вас добавят вар, во-первых. Я могу сказать, появление Каруна, он, ну и когда он появляется, его видно. Его видно на карте. Он появляется или тут, или в красной комнате. То не советую вам пробовать его убивать. Вы его не убьете, если у вас там 200 урона, 200 точности. Вы будете его очень долго убивать. Плюс есть возможность попасть в вар. Так, видим, тоже Мары нигде нет. Вот бы для контентика появилась бы Мара, убил бы ее. Есть местечок, где мы постоим по фарме. Также слоновая кость. Ей нужны кольца. Первый этаж. Мы видим земля. Значит, нам нужно кольцо на ветер, которое будет давать резист против урона ветром. Второй этаж. Видим вода. Значит, нам нужно кольцо на огонь. Резист от огня. Ну, третий этаж. Видим, что монстры идут тут не стихийные, то кольца на резист вам тут не помогут. Очень крутой, кстати, второй этаж. Опыта немножко больше на 10 тысяч. Где-то на 20 тысяч опыта больше дают с мобов. Ну, подождите, может, у меня не настроено. Не, на элитах все настроено у меня. 20 метров. Ну, на 30 метрах тут не получится постоять. Так, 20 метров. Итак. И что? Тут мы видим 5-я минута. Видим, примерно падение одинаково, по опыту немножко лучше. Стоящее место для фарма и кача на 60-х уровнях. Плюс я тут выбил вот этот плащик. Вот этот плащик выбил. Именно на втором этаже башни дерзости. Ну, мне просто повезло. Я просто говорю, что я тут выбил. Вот такие вот сапожки, не вид. Второй этаж мне две краснухи дал так-то. Ну и отправимся. Третий этаж. Красная комната сразу от выхода прямо налево. Пробегаем одну комнату. И красная комната будет. Кстати, на 74-м я тут не пробовал стоять. Так, если мы найдем тут сейчас местечечко, чтобы стать. Видимо, местечечко мы не найдем. Опа, Мара. О, Мара. Мара, детка. Сейчас мы Мару захаваем. Только найти бы ее. Вот она. Вот видите, для контента сразу вам, ребятушки, именно для вас. Special for you. Отводим ее в комнатку. Блин, конечно, я баночек не взял, но ничего, переключимся на арба потом. Так, супер баночку. Вот баночку мне на 74-м дали. Супер, она дает статы просто неимоверные. Что я Мару сейчас вынесу просто на изи. Просто я уничтожу эту Мару. Видимо, у нее крит проходит какой-то. У вас мало здоровья. Вот у нее какой-то урон там сильный проходит постоянно. Сейчас убьет меня. Так, давайте посмотрим, что же с нее выпало.
Видим 1500 соса, камень жизни, украшения, камень духа. Мара, спасибо за контент, за мерчик. На третьем этаже в комнате не будет, она занята. Это ждать, когда освободится. Ну, я там уверен, показатели сильно не поменяются. У меня там получалось где-то до 3 миллионов адены получается. И где-то 0,06 будет получаться по опыту, я думаю. Если тебе было полезно, я еще раз говорю, лайк ставь, потому что я буду видеть, что тебе нравится. И как бы всем до новых встреч.